Не обещайте человеку с гласной «и» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Владелец этого имени должен бороться со своими недостатками и дать возможность проявиться своим многочисленным достоинствам, таким как умение руководить большими коллективами, ясный ум, деловое чутье. Звук «г» у владельца этого имени не создает сложности восприятия имени, поэтому этот человек склонен зазнаваться. Иногда эти люди, наоборот, производят впечатление людей холодных, так как они не всегда умеют проявлять свои чувства. Буква «Т» в имени говорит о натуре чувствительной, творчески одаренной, с хорошо развитой интуицией, но заносчивой и амбициозной. Зачастую это имя проявляет принцип доминирования, контроля и достижения. Имя с буквой «Т» делает человека завистливым и злопамятным. Эти люди не терпят конкуренции. Носители этого имени отличают исключительные способности коммерческой деятельности. Носителям этого имени очень важно, чтобы их любили, признавали их заслуги и усилия, восхищались результатом их трудов. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способны достичь больших успехов. Люди с буквой «Г» в этом имени нередко страдают от отсутствия такта, поэтому в любовных отношениях часто меняют партнеров. «И» значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Склонны проявлять сдержанность и могут быть застенчивыми. Звук «Г» в этом имени отличает этого человека такой чертой, как брезгливость и любовь ко всему чистому. Это может проявляться, например, как неприятие находиться в неубранной комнате или нежелание слушать непрофессионального певца или брезгливость в еде. Эти люди любят разнообразие в мелочах. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.